Любимые военные и патриотические песни в исполнении самых талантливых вокалистов. Всего пара дней остается до финального гала-концерта краевого творческого конкурса «Солдатский конверт». Сегодня в Ставрополе прошла одна из последних репетиций. В этом году конкурс посвящен 75-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. В «Солдатском конверте» 2018 участвовали более 5000 человек. Позади районные и городские этапы их победители выступили в зональных турах. И вот теперь лучшие из лучших готовятся к гала-концерту. Он состоится 1 февраля. Зрители своего ТВ смогут увидеть его в прямом эфире. Начало трансляции в 14:00. Сегодня члены жюри отберут самых лучших для того, чтобы 1 февраля в драматическом театре мы показали гала-концерт и с их участием, конечно же. Конечно же, будут победители, победители гран-при по возрастным категориям. Кто они, мы узнаем 1 февраля в прямом эфире на своем телевидении, на своем ТВ.